А что если это зелье гея? Смотрите, какие у меня теперь шикарнейшие просто ногти. Что ж, герлс, наш лук готов. Теперь только ехать в сам клуб. Я думаю, вам все нравится, да, девчонки? Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онесси, бро. Сразу же бери, подписывайся на мой канал, чтобы быть моей суприм банде. Получи поди на ютуб, и перед ремой суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей суприм банде. Самой сильной банде на ютубе. И банда, сегодня у нас какое-то непростое видео, потому что мне пришла какая-то странная посылка, посмотрите, она огромная. И я вам скажу, я ее не заказывал. Она пришла мне сама, без понятия, что здесь. Она запечатана полностью в газету, обмотана скотчем, я не знаю, что это. Тем более, даже не написано, кто мне ее прислал. Получается, либо кто-то анонимно, либо кто-то из Даркнета. Именно поэтому, суприбада, сегодня вместе с вами мы открываем эту посылку. Я без понятия, что там, но мне очень интересно, думаю, вам так же самое интересно. Окей, суприбада, а знаю, что давай наберем на это видео 10 тысяч лайков. Ведь суприбада, мы самая сильная бада на ютубе. А как у самой сильной банды на ютубе может быть самое меньшее количество лайков? Да никак! Именно поэтому, бандит, опускайся ниже и слазу царский лайк! Ведь мы же суприм банда, лучшая и самая сильная банда на ютубе! Твой лайк будет как никогда нужен! 10 тысяч лайков, банда, а мы открываем коробку, ту самую из Даркнета! Погнали! Окей, суприм банда, я не знаю, что в этой коробке, но послушайте! Там что-то есть, именно поэтому, суприбада, вместе с вами сегодня открываем эту коробку. И весь банда, вы готовы вместе со мной сейчас открывать эту коробку, окей? Посмотрите, здесь все укрыто газетой, какой-то непонятной газетой, и она похожа не на нашем языке. Но было не было, окей, суприбада, я открываю. Окей. И что это? Погодите, суприбада, пока что ничего не понятно, но здесь какие-то женские вещи, и это похоже зелье. Черт, а зачем оно все? Мне реально интересно, зачем все это и что это за зелье? Именно поэтому, суприбада. А что если это зелье гея? Получается, что если я выпью это зелье гея, я начну краситься этими женскими вещами и даже начну себе ногти клеить. Давай попробуем. Интересно же. Окей, тогда смотрите, банда, открываем зелье. Окей, банда, посмотрите, как выглядит это зелье. Это реально жесть. Здесь желтое, здесь прозрачное, просто жесть, банда. И посмотрите, оно даже не может слиться, оно реально просто переливается. Посмотрите, я переворачиваю назад, вы видите это? Это просто жесть, банда, это какое-то реально необычное зелье. Это 100% зелье из Даркнета. Я его открываю и пью вместе с вами. Странно, оно как-то пахнет таким чем-то жареным. Ну ладно, окей, пробуем, банда. Ох, банда, надеюсь, все будет хорошо, я не умру, когда его выпью. Потому что это, похоже, реально зелье гея, которое я никак не заказывал. То есть оно пришло мне само, банда. Фу, оно не очень вкусное, банда, серьезно. Фу, окей, банда, это просто жесть. Я больше никогда в жизни не хочу пробовать это зелье. Оно горькое, невкусное, соленое, просто фу. Окей. Ох, я что-то чувствую. Ох. Ты не поверишь, Настя, я что-то реально чувствую. Как будто что-то бурлит во мне. Ой, да перестань. Что? Да перестань. В смысле, что сам с собой разговариваю? Нет. Что? Что вообще происходит? Да все хорошо. Что? Есть что-то, мне сегодня как-то слишком жарко. Думаю, Настя, ты не будешь против, если я сделаю вот так? Что ты делаешь? Да жарко сегодня. Ой, не подсматривай. Окей, девчонки, сегодня у нас вместе с вами будет бьюти-блог. Значит, посмотрите, что мы будем сегодня делать. Мы сегодня наклеим ногти, да, друзьяшки. Самые настоящие ногти. Я потом вам покажу, как нужно краситься, чтобы быть самыми красивыми на нашем ютубе. Что ж, девчонки, думаю, вы уже готовы? Ты готова, Настя? Да. Знаешь, что-то ты не очень по моде одета. Что? Ладно, разберемся. Давайте пока снимем наш бьюти-блог. Окей, девчонки, вы готовы? Как видите, девчонки, у нас здесь необычные ногти, они большие, как мы обычно с вами и любим. Окей, герл, сейчас мы будем вместе с вами в нашем бьюти-блоге наклеивать ногти, чтобы наши ногти были самые красивые, не то, что вот сейчас какие-то отгрызки, да? Окей, что ж, берем, наливаем сюда клей и приклеиваем. Вот так вот это выглядит. Посмотрите, это же самый настоящий фэшн. Что ж, девчонки, дальше мы будем наклеивать все наши ногтики, а после мы с вами встретимся, вы уже увидите меня самым красивым на ютубе. Что ж, герлс, готово. Посмотрите, какие у меня теперь шикарнейшие просто ногтики. Разве это не самый шик? Окей, дальше нам теперь нужно сделать что-то с этим красивым лицом. То есть, дальше нам нужно накраситься. Настя, что бы такое выбрать? Посоветуй какой-то цвет. Ну, может, ты сначала пудрой накрасишься? Точно. Окей, девчонки, мы приступаем к нашим урокам мейкапа. Что ж, берем, значит, пудрой и красимся. Вот так вот все простенько, обычненько. Как видите, все у нас получается. Ты такой красивый. Спасибо, ты тоже ничего. Дальше мне нужно как-то накрасить свои глаза. Что бы такое выбрать? Какой сегодня день? Сегодня у нас вторник, значит, нам нужно, наверное, выбрать...
Синий. Отличный выбор, я вам скажу, девчонки. Окей, герлс, у нас здесь самая настоящая щеточка для того, чтобы сделать эти глазки самыми красивыми в мире. Все наши погоды сегодня у нас самое голубое небо и красит, да? Получается, герлс, или нет? Настя, подскажи. Сестренка, давай. Ну, вроде бы да. О, это хорошо. Возьми зеркало. О, хорошо, сестренка мне советует, нужно послушать свою сестренку. Окей, герлс, просто оцените мой мейкап, это свет мейкап. Окей, герлс, подкрашиваем наш второй глаз. Что ж, герлс, смотрите, это реально очень красиво. Посмотрите на мои глазки, это же реально очень красиво. Ну согласитесь, напишите в комментариях, ли это красиво или нет. Настя, тебе нужно мне помочь. Ты должна мне нарисовать стрелки, чтобы я был вообще шик. Окей, герлс, сейчас моя подружка Настя мне поможет. Чем лучшая подружка, моя сестренка. Я чувствую, ты уже рисуешь, как там у тебя получается? Да. Это хорошо, потому что мои самые любимые подписчики Girls должны все увидеть самым лучшим. Окей, Настя, моя подружка, ну что, получилось? Да. Окей, Girls, я уже чувствую себя самой настоящей богиней. Что ты делаешь? Ударилась я по попе, да. Как нравится тебе, Настя? Ну, так себе. В смысле, так себе? Мы с тобой лучшие подружки, тебе должно все во мне нравиться, да? Да, ты самая красивая. Окей, что ж, герлс, девчонки, мои подписчики, я осталось только накрасить наши губки, и все будет готово. Что ж, герлс, наш бьюти-блог идет все дальше. У нас есть такая, вот смотрите, красивая помадка, совсем красная, да? Чтобы нас замечали все наши любимые парни, то есть самое главное в нашей школе, чтобы нас замечали, окей? В принципе, герлс, неплохо, но есть некоторые изъяны, которые нужно подтереть, я думаю, вы понимаете, о чем я, да? Что ж, герлс, чтобы дополнить наш образ, нам нужно еще хорошо пахнуть, для этого у нас специальные духи. Рекламу не проплачивали, не покажу. Нужно пахнуть замечательно, чтобы все парни нас обращали внимание. Просто, герлс, пахнет просто замечательно, но этого недостаточно. Все, теперь полностью пахну вся, так. Герлс, знаете, мне чего-то не хватает, нужно еще добавить немножко румянца, думаю, вы со мной согласны. Что ж, у нас здесь 4 румянца на выбор, какой бы его выбрать? Настя, ты какой бы посоветовала? Ты можешь его не сосать? Тебя это смущает? Ну, неприятно. Хорошо, все для моей сестренки Насти. Окей, вот мой инстаграм, так что подписывайтесь, пока не забыл вам рассказать. Мой инстаграм Сергей Унисысы, в конце 2 сы, так что подписывайтесь на мой инстаграм, где просто выкладываю шикарнейшие фотографии. Думаю, это будет все хорошо выглядеть, девчонки, потому что мне реально не хватает часто румянца. У меня просто чувствительная кожа и, ну, понимаете сами. Я думаю, мы с вами друг друга понимаем, девчонки. Чувствительная кожа, нужно много румянца. Герлс, вы просто посмотрите, наш мейкап просто превращается в самое чудо. Я верю, что это будет самый лучший мейкап на ютубе, йоу. Просто посмотрите. Герлс, мы сделали нереально, это реально самый лучший вечерний мейкап. Теперь осталось только с Настей пойти по клубам погулять, чтобы найти себе парня. Ты за мной согласна? Да. А, это будет круто. Герлс, я расстроена. Знаете, что мы забыли? Мы забыли накрасить наши веи. Ну как так? Так, нужно накрасить наши веи. Думаю, на все получится. Окей, герлс, следите. Господи, посмотри, они великолепны. Посмотри теперь, насколько она больше, чем эти. Это реально круто, посмотрите. Да. Господи, герлс, это реально круто. Мои веи теперь намного больше, чем обычно. Что ж, герлс, наш мейкап готов. Полностью, просто посмотрите, это же шикарнейший мейкап. Все, Настя, теперь мы уже можем делать фотографию в инстаграм. Давай сделаем фоточку в инстаграм, какую-то красивую. Убери свой телефончик. Давай, типа, я вот такая вот богиня. Сделала? Да. Окей, давай еще какие-то фоточки, типа вот. Давай с попой. Да, точно, с попой нужно сделать. Чтобы парни все посмотрели. Да, все. Окей, давай еще мы сделаем еще все же вместе, потому что я все же немножко подкрасилась. Давай. Окей, что ж, давай, Настенька, сестренка. Делаешь? Мы же сестренки. Нет, слушай, я на такое не подписывалась. Мне не нравятся девочки. Прости, ты не в моем вкусе немножко, сестренка. Ну хорошо. Окей, герлс, это мою подружку где-то туда повело, что ж. Думаю, можно продолжить наш мейкап. Что ты делаешь? Сестренка. Ты чего? Сестренка, ну, перестань. Все хорошо. Эй! Что за фигня? Настя, почему я накрашен? Красивый. Что это? О, черт, супрепанды, вы это видите? Что это вообще было за зелье? Блин, панда! Это все же было зелье гея! Нужно это быстрее все смыть на камеру! Черт, это просто жесть, супрепанда! Простите за такое видео, я сам не думал, что такое получится! Мы реально не знали, что у нас будет за зелье, черт! Нужно быстрее вымыть все это, господи, так отвратительно, супрепанда, простите! Блин, панда, это просто жесть! Да блин, ай, больно, господи! Просто жесть! Как ты с ними ходишь? Банда, ты реально жесткий, я не знал, что у нас тут зелье гея! Я его вообще просто так выпало, даже не думал, что оно будет работать! Нужно от этих ноги как-то быстро избавиться! Окей, Суприм Банда, прости за такое видео, я реально не думал, что там зелье гея! Я думал, там какой-то обычный, да блин, даже прическу по-мужски не могу поправить! Слушай, Настя, а что будет?
Если вдруг ты выпьешь зелье, Гея, что с тобой тогда случится? Не знаю. Супербанда, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков и Настя выпьет зелье Гея. Это выпадет вам то же самое, как и мне интересно, что же будет с зельем Гея с Настей, когда она его выпьет. Окей, Супербанда, не знаю, понравилось это видео, но потому что это реально жесть. Я даже и подумать не мог, что у нас будет такое видео. Окей, блин, если вдруг ты хочешь вступить в мою Супербанду, в самую лучшую банду на Ютубе, то всего лишь тебе нужно подписаться на мой канал и все, бро. Ты уже в самой лучшей банде на Ютубе, Супрем. Нужно от тебя быстрее избавиться, банда, это уже реально не круто. Мне не понравилось бить Гея. Если вдруг ты хочешь посмотреть видео, то всего лишь тебе нужно нажимать колокольчик и ставить свой комментарий. Все, бро, ты уже в следующем видео. Вот такой вот просик, блядь, ко мне видео лайк, колокол, и ты уже в следующем видео, бади, так что давай опускайся ниже, ставь свой лайк, колокол. А знаешь что, бади, так что давай про мой инстаграм и ВК. И знаешь что, бандит, оставайся таким шикарным. Пока.